Первым делом села в машину и закрыла двери. Вторым делом нужно посмотреть на себя в зеркало. Потому что сейчас иду, мужик ко мне пристал. Девушка, дайте сигаретку. Продайте сигаретку, продайте сигаретку. Вот. Я говорю, я похожа. Он такой говорит, да нет, извините. Вот. А потом только отошла, и идет навстречу еще один мужчина. С бутылкой водки, с сигаретами. О, кстати, да что ж он у него-то не попросил? В общем, не знаю. Ой, в общем. Надо прекращать завязывать. Не знаю с чем. А то, блин, уже и у меня стреляют папироски, сигаретки. Поехала на работу, сегодня вторник. Сегодня вторник. Вообще, конечно, по идее, не хотела ничего снимать на неделю, потому что, ну, в принципе, чего? Работа, дом. И снимать-то особо нечего. Но вчера так, ради прикола, пришла домой, ползаю в Ютубе, ужинаю, ползаю в Ютубе, потом думаю, что ж я на свою страничку-то не зайду, не посмотрю. Вот. И когда вот залезала и думаю, вот будет 408 человек, буду снимать. Вот. А если 407, не буду. Открываю там 408. Ну что делать-то? Буду снимать. Что-нибудь-то буду снимать. Хотя сегодня вот завтракала полезным завтраком. Взяла обед полезный. Делала с утра даже капустный салат к обеду. В общем, тут решила немножко я худеть. Козероги, друзья мои, начатые дела сегодня желательно довести до конца, чего бы нам это ни стоило. Далее, в первую половину. Сегодня у нас должны были обрезать деревья. Вот смотрю с площадки. По-моему, ничего не обрезали. То я смотрела с площадки третьего этажа, сейчас со своей площадки. Нет. Ну, пересудок точно нет. Пришла домой, открыла окно на распашку. Но березу точно, ничего с березой нету. Не обрезали никак. Я тоже думаю, деревья. Вроде во дворе, а пыли, грязи, это что-то с чем-то. Пришла, открываю окна во всей квартире, а запах идет вот от того куста сирени, вот от того вообще сладкий такой яркий запах. На ужин решила доесть кашу гречневую. У меня тут совсем чуть-чуть. Рыбная котлета, которую вчера жарила. Два кусочка, остаточки вот хлеба с сыром, с чесноком. И салат капустный, который делала утром. Капуста, морковка, укропчик. И я его решила освежить огурчиком. Вот. И не хочу перекладывать, буду есть из большой миски. Вот такой у меня ужин. Сегодня что-то птички разошлись. Но подошла к окну не из-за этих птичек, а почему-то беспокоятся чайки. Села за компьютер, орут. Беспокоятся чего-то, то ли кто-то еду выкинул, и они тут дерутся. Они летают низко как, то ли птенец. Вот непонятно. Вот они прямо мечутся. Около мусорки мечутся. Ой, тут много стало, что-то вообще какая-то тут стая уже. Надо понаблюдать, когда кто-нибудь пойдет. Видно, да, как летают. Летают, орут. Зоопарк. А я тут села и ищу организацию, которая занимается поверкой водосчетчиков. Мне сегодня днем позвонили из дома управления, и девушка прямо отчитала,
что почему я не передаю показания воды, электроэнергии, но я правда не передаю, потому что я так смотрю, у меня там, ну вот как идет, они начисляют там по 2 куба, так у меня вот как бы 2-3 куба, так оно все есть. Не передаю электроэнергию, но я там тоже смотрю, у меня около дела я не передаю. Вот. И оказывается, у меня еще в марте вышла поверка горячего счетчика. Поверка? Да, поверка. Вот. И она такая: у вас поверка вышла. Я говорю: да вы что, правда, что ли? Она говорит: вы чего, квитанции не читаете? Я говорю: нет, я только оплачиваю. В общем, хотите по нормативу? Я говорю: не хочу. Она такая: срочно, срочно. Я говорю: хорошо. И вот пришла, чтобы пока не забыла, первым делом нашла сначала в документах бумаги по поверке, которые мне в прошлый раз делали, которые люди делали в прошлый раз. Приходил, все хорошо, быстро, вовремя. Вот. Я нашла, пробила их по интернету. У них сменил, ну как, все равно выдает ИП, вот, но уже организация немного другая. Но все я нашла, и завтра я позвоню и запишусь на поверку. Попрошу, чтобы пораньше. Там можно, конечно, письменно было оставить, но я думаю, что я этот лучше завтра с утреца позвоню сама. Вот. Сегодня я должна была заехать за вентилятором. Но Лёня опять к вечеру написал, что он опять ошибся, и вентилятор только со склада еще идет. То есть завтра поеду за вентилятором. Но слава богу, сегодня хоть спала немножко температура. Могу дышать, могу работать. Иначе это вообще... Ну, вот... Умираю, умирают жиры. Так, что еще новенького? Да ничего, ничего. Птички как поют. Птички, конечно, сегодня что-то в ударе. В ударе мне сегодня птички. Ну, ладненько, все.